Рыба-кит папа рисует. Начинай, Катя, это твое шоу. Привет! Меня зовут Ваня, мы кривляемся и рисуем веселые рисунки. Ну, нарисуйте Робина. Робина. Ой, мы старый рисунок не убрали. Старый рисунок. И это мы рисовали давно. А сейчас мы рисуем Рейвен. Мы рисуем юных титанов. Что сперва рисуем? Что сперва? Я за то, чтобы поставить вот здесь точечку и вот здесь точечку. Видишь? Смотри, да? И ты как бы от этой точечки ведешь в эту точечку. Да. А теперь вот здесь точечку ставь. Вот тут, видишь? Смотри, вот она вот, видишь, здесь находится. Вот, не-не-не, вот здесь. Смотри, отсюда ведешь вот так. Раз, два. Такой чубчик у нее, да? Вот тут останавливаешься, теперь ведешь сюда раз, два, тихо, а теперь вот так раз, два, три, и получается такая капюшонка. Как бы основное нарисовали, согласись? Ага. Внутренности нарисуем. Теперь вот это вот, ее очень легко рисовать. Так, раз, два, три, здесь какая-то у нее... Кто это такая вообще? Ну, это Рейвен. Рейвен, да, но это как бы, я вообще не понимаю, кто это такая, ну, сейчас, обожаю Рейвен, она рисует на супер, да, давай теперь улыбочку ей, смешно сказал улыбочку, Рейвен улыбочку, да, да, она не любит улыбки, да, нет, она как-то в одной серии улыбалась, я видел, Теперь здесь глаза так нарисуем. Ну, в общем, ее легко рисовать, действительно, никаких проблем нету с ней. И она самая легкая из титанов. Остальные рисовашки труднее будут рисовать. Так что готовься. Это для разведочки мы взяли такую легкую. Ой, ну я все равно улыбаюсь. Такая Рейвен. Ну что, фломастер возьмем или будем вот этим фиолетовым? Мне кажется, этот фиолетовый плохой. Я лучше фломастер. А почему? Потому что не фломастерами долго рассказывать. Ну а ты просто халякай быстро. Ты почему-то там медленно рисуешь. Но сегодня еще будут раскраски, ребят, страшные. И я надеюсь, вам понравится. Так. Фломастер. Ну, я тогда фломастером нарисую Рейвена, раскрашу. Ну, как раз такой фломастер. Задавайте вопросы, да, не останавливайтесь. И что расскажешь про Рейвен? Ну, она типа дух. Дух? Но она какая-то странная, да, она такая, как бы ее объяснить каким словом, да? Угу. Какая-то такая стрёмная, скучная, такая всегда такая, да, такая, ой, мне все скучно, да, я хочу посмотреть кино, там, и так далее. Но иногда она и может влюбиться, там, в кого-то она влюбилась, да? Я видел эту серию. Я вам расскажу, ребят, почему мы рисуем Рейвен. Потому что Кате это нравится. И еще мои мальчики, Рома и Павлик, они уже доросли до Cartoon Network. То они смотрели Ник Джуниор и дальше не могли смотреть. Ну, как бы им не нравилось. Они не понимали, кто такая там происходит. Каждую секунду взрывается что-то, да, там убивают. Ну, как бы они совершенно не понимали этого. Теперь они отлично все понимают. И уже хотят, говорят, не, нам Cartoon Network надо включать, говорит. Этого нам не включай больше, этого, как его. Ник Джуниор, да, это не надо. Так быстро выросли, вот раз и все, уже большие стали, понимаешь? Рома, кстати, скоро день рождения. У Ромы, да, скоро 5 лет, и он уже переходит на юных титанов. Из-за этого я недавно пересмотрел несколько серий подряд, потому что какой-то марафон летний идет. И мы смотрим теперь. И там теперь не юные титаны, а летние титаны. Летние титаны, да, да. Ну это все весело. Что там? Я пришла. Кошка нам пишет. Она пришла. Привет, если ты пришла. Пиши нам что-нибудь, мы будем озвучивать твои тексты. А, кстати, присылайте в ВК нам рисунки. По возможности присылайте в ВК. Скоро, наверное, мы научимся принимать ваши работы в Инстаграм, ребят. Если у вас есть Инстаграм, то подписывайтесь на Инстаграм Рыба-Кит, там, ну, легко найти в, ну, как бы, не знаю, напишите Рыба-Кит, там, и вы найдете в поисковике. Только на английском. Нет, по-английски можно писать, и по-русски можно писать. Вы все равно найдете и в Инстаграм меня легко, и скоро будем мы принимать ваши работы в Инстаграм тоже, так что не упускайте. И новые работы будут появляться в Инстаграм только. Так что, такая классная, кстати, получилась. И, кстати, ты хорошо смешала цвета.
тебя хорошо получается. Смешиваем. Так, вот вытираюсь вот так. Катя очень красиво рисует, видишь? Наконец-то спасибо. Тебя за эти годы стали хвалить. Ты помнишь, когда первые твои рисунки рисовали? Ага. Все ругались и говорили, как она... Сколько у вас времени? 12 часов сейчас, и мы еще рисуем в процессе, и сейчас мы нарисовали для вас Рэйвен. Передайте мне привет. Большой привет. А, Рэйвен закончен, и мы также хотим нарисовать всех пятерых титанов. Да? Угу. Так что сейчас перерыв, ребят. Я вам так скажу, подписывайтесь на канал, каждую неделю будут выходить новые ролики. Они вообще выходят каждый день у нас. Но с Катей раз в неделю вот это шоу будет выходить, будет называться «Модная Катя», и мы что-то придумаем. Катя будет приходить, записывать. Сегодня как мы приглашаем вас, так что не,